Вы все знаете, что в Турции прекрасно кормят, и столы буквально ломятся от еды. Здесь очень просто объесться и приехать на пару килограммов больше. Но сегодня ради диеты мы решили устроить барбекю-вечеринку, где мы выбираем мясо и аккуратненько его жарим, и тогда все будут стройными и красивыми. Что происходит? Это Лоя? Друзья, это Лоя. Ты куда лезешь вообще? Так, друзья. Перед тем, как идти на барбекю, мы по традиции лезем на дерево. Это обычная турецкая традиция, приносящая счастье и добро. Я вообще-то, честно сказать, первый раз это делаю, но для Европа Плюс ТВ сейчас первый раз. Погнали. Давай, полезли. Стой. Ну, друзья, все, что случается в Турции, остается в Турции. Иди, снимай другой видео, иди. Так, мы заказали 10 кусочков антрикота для нашей большой звездной банды, которую привез сюда Европа Плюс ТВ. И прямо сейчас отправимся жарить. Его здесь поставили специальные мангалы с раскаленным углем. Вы поняли, даже в Турции вот нашло призвание мое основное. Очень вкусно. Ну, очень вкусно. Получается? Получается. А говорят, у тебя еще своя шашлычная в Москве, это правда? Нет. Я иду к своей цели. Скоро я к ней приду, я думаю.